Всем привет! Возвращаемся к Лего. Вот такой Лего Дупло. Довольно-таки большая коробка. Называется «Мусоровоз и контейнеры для раздельного сбора мусора». Как вы видите, тут три контейнера разных цветов и мусор тоже разных цветов. Вот. Дети могут учиться с помощью этого контейнера различать цвета, во-первых, а во-вторых, правильно вот сортировать по цветам. Что у нас здесь должно быть? Ну, это конструктор Лего Дупла, как я сказала, 109.45. Посмотрим. Для детей 2 лет. Здесь 19 деталей. Вот, сейчас покажу эти детали. Вот они здесь у нас все на этой стороне боковой. Размер коробки 28 на 26 и почти на 10 сантиметров. Произведен, по-моему, в Дании. Сейчас я посмотрю, вот эта наклеечка. Вот. Дания, да? Вот, один к одному вот такая фигурка мусорщика. Ну что ж, будем смотреть детали. В наборе обнаружилась инструкция и детали. Вот, смотрите. От мусоровоза какие запчасти вот большие. Вот мусоровоз у нас. Осталось кузов ему здесь установить. И вот такие баки. Оп. Так, ой, упал. Вот такие баки трех цветов. Зеленый, голубенький и желтый. И вот такой пакетик с игрушками. Игрушками в виде фигурок и квадратика. Вот здесь вот эти вот мусорные пакеты разных цветов тоже. Желтый, зеленый и голубой. Также фигурки вот мусорщика. И вторая это девочка, по-моему. Девушка. И мужчина. Ну и вот швабра есть. У них для уборки. Что тут еще? Вот такие вот кубики. И вот запчасть, наверное, сюда для мусоровоза. Ну что, баки можно ставить, кстати, друг на дружку. Вот у нас баки стоят. Они хорошо тут прикрепились. Все, детальки друг к другу подогнаны. Вот так вот. Мусоровоз ездит отлично. Сюда еще надо посадить мусорщика. Ну и посмотрим инструкцию. Вот. Это все-таки, наверное, ребеночек. Потому что меньше значительно, чем вот этот дядька. Дядька, наверное, его учит, как складывать вот эти мусорные пакеты, сортировать по контейнерам. Вот стоит еще лавочка. Лавочку вот сделать из этих деталей. Вот. Рядом с ней метла. Деталей, хотя как бы вроде не очень много, но видите, сколько всего можно построить. Мусоровоз. Вот, смотрите, по инструкции. Вот сюда вот эта черная деталь кладется, и на нее уже надевается основная. Ну и вот эти вот блоки сюда в машину. Это вроде как мусор. И вот обучение. Что и как делать. От взрослого к ребенку. Вот три наших бака. Здесь инструкции очень-очень подробные. Для самых маленьких деток. Ну вот тут уже рекламка. Наборчик рекомендуем. Покупайте. Я думаю, деткам понравится. Спасибо за внимание.